Вокса, вы уже второй раз нажимаете и выходите в эфир, а вас вообще не слышно. Что-то у вас там со связью, видимо. Вот. Я уже второй раз как бы вас вижу, а то, что вы говорите, нам не слышно. Просто получается, выходит, вы на кнопку нажимаете, вот такое вот ощущение. Мишель. В данной ситуации, наверное, все-таки опять я, вот сколько я понимаю, да, из трудов, которые я читал Марка Аврелия, то есть Августина Блаженного, вот, он говорил о том, что между братьями главное единство, между братьями, которые верят в Иисуса Христа, вот о чем имел в виду. Вот. А придумывать, конечно, можно, каждый может сюда вставить свое главное. В этом, как говорится, я ограничений не ставил, да, это уже, как говорится, на фантазийность, воспаление, так сказать, ума каждого человека уже по степени его, скажем так, да, вот фантазии. Вы как хотите, опять-таки же, это ваше право и ваша позиция. Вот. Но опять-таки же, на основании Библии могу сказать, что Иисус молился: «Я молю, чтобы они были едины, как мы едины». Ну, вы это вместе Евангелия от Иоанна помните, да? И поэтому, как бы, ну, сейчас, вот вы знаете, я точно так же могу, как бы так сказать, искренне казаться таким. Да, у меня там микшер был включенный, да, действительно. Хотел сказать, что за вторым разом, что даже важно, кто говорит, а не что говорит, получается. Если там умные речи, а какой-то сомнительный тип говорит. Или Иисус говорил притчи, и относиться к этому как к притче. Лучше относиться к тому говорящему как бы на первое место. Кто говорит? Если это Бог говорит, значит, его он зря сказки не рассказывает. Имеет и смысл, и содержание, и он за свои слова отвечает. Вот, братья и сестры, я слушал вас и... Приветствую, братья всех, приветствую сестер всех, если сестры присутствуют на канале. Я вот наблюдаю такую тенденцию, что как дело к ночи, так вот начинаются вот эти вот разговоры о духах. Володя, Фокса, ты по ночам, я смотрю, общаешься на каналах, а что ты днем делаешь? А я как зайду, то вы все время на канале, я бы хотел сказать, что вы все время делаете на каналах. Я был на... день рождения моей сестры и племянницы праздновал. Вот они вот сделали вечеринку. Вот я день там был. Зашел на компьютер послушать, что говорят, что я днем делал. А вот сколько не зайдешь, вот именно мне вопросы, что вы делаете днями. Я еще кроме того, что здесь еще чем-то занимаюсь. Понятно, понятно. Просто... то, что смущает, а возникает вопрос такой. Вот я наблюдаю тенденцию, как дело к поздней ночи, так начинаются вот эти вот вопросы. Делается это умышленно или это делается неумышленно? Вот подозрение такое. Ты уж прости, пожалуйста, меня, вот, так устроен человек. Вот, когда такое происходит, то он задает себе вопросы. Да, он эти вопросы задает другим людям. Ник, привет, мир тебя. Это, ну, если что-то заметил плоское, дай Богу, пускай духом разобьет все плоское. Чем это? Как сказать? Не знаю, вопросы. Уже сегодня много просто вопросов, ты не первый. Да, Толик, брат, приветствую тебя тоже. Ник, привет тебе. Рад слышать. Я думал, ты вообще уже не это самое, не в связи. Вот, всем привет. Макса слышал, Макс, привет. Вот кого я слушал? Володю тут слышал, да? Вот, кого еще слышал? И не слышал. Всем привет вам. Кстати, Вокса, посмотрел я твое это кино, точнее, твою запись. Ты потом, ну, поставил там разбор. Вот, я заглянул на YouTube, посмотрел. Ой. И помню, как раз ты там такой этот, как бы сказать, напряженочку немножко создал, и у тебя был выключен микрофон тогда. Вот тот момент. Это получается, я как воспринимаю это все, что это была такая, как бы, своего рода инсценировка.
с твоей стороны, потому что ты записывал этот разговор, потом вытащил его на YouTube, поставил, наложил туда видео непонятное с какой-то, видимо, оптикой, испытывал меня на оптику, вот, и к этому как-то приложил. Вот, ну, не знаю. Володь, я лично против, чтобы ты это делал, вот таким образом поступал. С одной стороны, конечно, чтобы вот этих не было, как бы, сайт напряженных, да, не создавал. Потому что, тем более, если бы я не знал, что снимал, то я бы еще подумал, ну это ладно, от тебя там вышло. А так я уже узнал, что ты это все записывал. Вот. То я где-то понимаю, что это вообще с каким-то умыслом сделано. Ну, какую-то, разыграть тут какую-то свою карту. Вот, так что, пожалуйста, без спроса. У меня большая тебе просьба, без спроса больше не выставляй ничего на YouTube записи. Вот, это моя большая такая просьба. Если хочешь что-то сделать, то предупреди, пожалуйста, всех, что ты записываешь этот вопрос. А потом сделаешь, если тебе разрешат. Да, Володь, мой голос, вот, на свой голос вот сейчас тебе здесь, при свидетелях, официально говорю, я объявляю копирайт. Вот, без моего разрешения, пожалуйста, мой голос никуда не выкладывай. Ну, я тоже, можно так сказать, дал патент, так сказать, объявлю во свидетелей у всех, кто есть на канале, что с моего разрешения только публиковать где-либо публично. С моего личного разрешения. Стас, привет. Ник Никоч, ты вот заставляешь скучать-то, что-то вот пропал так надолго куда-то. Толик, еще раз привет, не знаю, я здоровался с собой еще, нет? Ну, скажите тогда еще, кто запрещает свой голос? Есть еще такие? Я тебе от имени канала сказал. Бокса, я не шучу. Я заблокирую. Просто заблокирую. Не просто уже звук, а вообще заблокирую. И на модераторском канале вы именно выставлю вопрос так, чтобы больше не разблокировать. Это серьезно. Тем более мы уже об этом говорили раньше не раз. Алло, пацаны, кто верит в Бога? Макс, приветствую тебя тоже. Володь, понимаешь, дело в чем? Дело в том, что так как мы говорим, копирайт там или патент, это не имеется в виду, что там в случае, ну, если ты не послушаешь, поступишь по-своему, что привлекаются какие-то там органы власти, там, службы какие-то. Нет, это имеется в виду моя совесть и сам Господь Бог. Поэтому подумай. Это мною было сказано с серьезным умыслом. Я как бы в моих словах не вижу ничего смешного. Вокса, да? Здравствуйте, кстати. Вот. И это было сказано определенными, так сказать, причинами, которые у меня есть, да, общаясь, скажем так, вот с Зелорацией, я знаю, скажем так, цену моим словам. И, соответственно, когда где-то что-то будет проскакивать ваше имя, Вокс, понимаете, я всегда буду отрицать, потому что ваше имя и ваши слова, понимаете, для меня и где-то будет, скажем так, цитируется, они будут просто как мечту. Надеюсь, мысль понятна. Если что-то непонятно стало, спросите, я вам более шире объясню. Всем привет. Да, хотел бы посоветовать. Я думаю, достаточно сказано. Если что-то, какие-то еще недоразумения, я думаю, лично можно договорить. Давайте что-то хорошим поговорим. Ну скажите, это нормально? Кто еще там против этого, чтобы записываться? Уже давайте полный список, и будет все нормально. Я этот разговор выкладываю в интернет, и блокируйте меня сколько хотите. Выкладывай, Володь, выкладывай. Я тебе выше говорил о копирайте, о патенте, это не касается официальных законов земных. Это касается твоей совести. Совести перед Господом Богом. Толик, предлагай, пожалуйста, тему. Давай, на самом деле, а то, честно говоря, это уже все вот это, скажем так, какой-то негатив, который вниз идет, что-то уже начинает напрягать. Вот, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете. Я бы, конечно, хотел бы дать добро, но просто неприятен сам факт, что понятно, что христианин должен быть готов дать отчет каждому требующему у него отчета упования, но все-таки неприятно как-то, что разговариваешь частные разговоры, и потом как бы
Это уже все на Ютубе. Одно дело, если ты сказал, что, слушай, у нас сейчас такая классная беседа была, мне понравилось, можно я на Ютуб выступлю? А другое дело, когда узнаешь, что это уже не один раз, не один раз выставлялось. Неприятно как-то. Смотри, чтобы с тобой так не поступили в самый неожиданный момент. Вокса, привет! А что такое там случилось, что тебя заблокировали там, что тебя там, это все на Библии?